дом архитекторов Варни. Часто захожу сюда на интересные мероприятия. В этот раз, поднимаясь по лестнице, я ожидала очередную встречу с прекрасным. Но жизнь преподнесла мне приятную неожиданность. Это не только возможность познакомиться с творчеством русского художника Андрея Кулешова, но и встреча с его супругой, спутницей, музой. Забегая вперед, скажу, что в этом видео мы используем фрагменты видеозаписи, хранящиеся в домашнем архиве семьи Кулешовых и любезно предоставленные нам. Беласкес, Рембрандт, Сезанн, Модильяни, Муранди, Усокотен двор, Капсутин, Капмуранди, Капшиле, Капвизантия, Капновгород и Рублев. Андрей Иванович Кулешов родился в 1955 году. Он окончил Суриковский художественный институт и всю свою жизнь посвятил живописи. Писал пейзажи, портреты, натюрморты, создавал иллюстрации к книгам и диафильмам, рисовал комиксы. Его картины находятся в частных галереях. Сейчас Андрей Кулешов живет в Москве и большее время уделяет иконописи. Но был в его жизни и болгарский период. Это было еще в первой половине 80-х. Живем в Болгарии, и тумая практически за 3-годичный период. Тогда Андрей познакомился с представителями болгарской интеллигенции и писал много портретов артистов, писателей. Могу доказать, что это период на общение между творческой интеллигенцией. А еще были рисунки, наброски. И здесь, в Болгарии, произошло, пожалуй, самое важное событие в жизни художника. Он встретил искру, с которой уже 30 лет идет вместе по жизни. Вот она, искра. Открывает нынешнюю выставку художника в Варне. И, конечно, я не могла к ней не подойти, не познакомиться. Искра очень открытый и теплый человек. Она поделилась со мной историей своих отношений с Андреем, его мамой, о том, как перебралась из социалистической Болгарии в Советский Союз, как работала на Мосфильме. Рассказала Искра и о своих уже взрослых детях, сыне и дочери. Сын Андрей тоже присутствовал на открытии выставки. Сам художник
в Болгарии больше никогда не был. Но здесь его знают, помнят, здесь проходят его выставки.